Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году взошла в автомобиль Rolls-Royce, миллиардера Александра Арестова и теперь обязан уплатить более 3 миллионов рублей за ремонт, подал в суд заявление о признании его банкротом. Говорится на сайте арбитражного суда Челябинской области. Суд принял заявление, но назначил на 12 сентября заседание по проверку его обязательства. Для оформления банкротства Кантемирову придется продать имущество.